Привет, ребята, снова мы на пляже. Уже у нас 6-я серия, и, наверное, я ее постараюсь сегодня выложить. В общем, нарушится хронология. И как бы... Давай, не отвлекайся. Да. Ну, в общем, хронология будет нарушена, но это у нас уже 6-я серия, да, получается, по-моему. Вот, и сегодня... Всем привет, ребята. Привет. Сегодня Женька с нами еще. Вот, сегодня я буду опробовать... Приобрел я катушку, новую штангу. Сразу взял себе с болтом, чтобы не разбирать. Рюкзачок. Все приобрел у Макса. Рекомендую, ссылку размещу в описании здесь. У Макса отличный магазин. А если будете покупать у него, скажите, что от Белого Копателя, и вам будет подарок. Ну и мне, соответственно, тоже будет подарок, я думаю. Да, у нас здесь уже котейка. С нами пришел копать, вот рулет почти весь съел. Ничего себе. Точит. А мы кормили ежа, и нам тогда поперло. Так что я думаю, может, сегодня. Сейчас пивка. Они не видели еще ежа. Это агенты земляного деда. Если ты сейчас хронологию... Ты раскрыл секрет. Они ежа только потом увидят. Сначала был еж, а потом... А теперь кот. А теперь будет кот, потом еж. Ну, в общем, разберетесь. Ладно, начнем копать. Все, что найдем, покажем. Юрка уже зацепил это... Кошелечек. Ходячечки. Ну, хотя бы ходячки, а что? Тоже радует. На самом деле, ребята, пляж — это такое дело. Все равно адреналин идет от монет. И монеты вперемешку идут, да, и советы, да. И царизм, и ходячки. И пока ходячку не вытащите, там откроются другие сигналы. Она же звенит, мешает тоже. Угу. А у Коляна уже пробка номерная. А тут еще, наверное, и пятачок. Да и опять же, на батарейке деньги отобьются. Да. Ну, это под землей, видишь? Ходячка мешала, ну, сигналом, грубо говоря, и не видел я вот этот сигнал. Сейчас, наверное, продолжение этого кошелька. А, нет, пробочка. Угу. Вот советская как раз. Советская. Да, водовка классическая. Значит, где-то рядышком. Давай уберем мешочек. Песочек. Красота. Ну ладно, я тоже включусь. Да. Женька орудует. Вот подтверждение слов. Из этой же ямки, где ходячка шла. Вот ранний советик. Советик показался. Рыжий. Так что вот так вот и работает наша контора. Действительно. Вон кот даже работает. Смотри, места, где потенциальные точки. Да, сейчас где ляжет, там. Там золото. Там золото, да. Пацаны, раз, два, три, четыре, и в этом еще, видишь? Красотулька! Даже на шатырь никуда не класть. Вон еще. Далян, иди закинь у меня. Кладовка. Вот еще одна. Чего это? Ребята, выключай камеру. Сколько общей сложности такого насыпало? Раз, два, три, вон еще. Короче, опа, смотри. Раз, два, три, четыре. 5, 6. Это убежала. 8. Пока 9. 9. Чувак этот. Повидал все. Памятник, да, победы. Повидал он. Эх. Рубанул я его. Ну он стоит-то. Ну приятно найти. 20 тысяч. А из земли дороже. Любого. Тем более из рук самого Белого. Вы что, пацаны? Рублик. Значит, пока мы тут рулеты кушаем. 20 лет, да? Победы, да. Тут... Не, а ты что так, такой говорит это? Ну сюда подходишь, ходячка. А это такое средство. Психологическое. На лодочке. Давай мужика попросим, чтобы он нас в сторону всех перевез там тоже.
Женька, красавчик. Ой, просто ураган. Подожди, сейчас мы еще сфоткаем. Нифига какой здоровый. О, нет, не нравится. Нет. Ё-моё, дай-ка. Это а бомбита, что-то. Пацаны. Пробу, да, посмотри. Это бомбита у меня. Без пробы? Руки трясутся. Я сделал это, наконец, бля, в этом сезоне. Ну, не знаю. Ну, оно червоное. Руки трясутся. Мужское. Здоровое. Ручалка. Не знаю, что-то на цвет смущает, не? Да не, нормальное. Пробки есть? Турецкое какое-нибудь. Да, вон. С Алиэкспресс. Золото. Ух ты. Кто глазастый? Поздравляю. Сначала пепси-колу эту искал, лябзик. О, советская звезда. 370. Какой, нормально. 375. Лучше, чем современный. Ну да. 375? Грамм сколько? Звездой. Пару грамм. Наверное, точно. Красавчик. Ну-ка. Ничего себе. Во, сейчас фотаем. Женька не хочет сдаваться, да? Стрелек еще, да. Не хочет сдаваться. Еще одна бомбита. Рубль. Ну, такой же. Да, такой. Только в хорошей пати не такой, да? Тоже будут говорить медный. Редкий, да? Ага. Раритетный. 20 лет победы. Тоже такой же, да? Ага. Да. Только это медный, это редкий. Ну, видишь, он такой. У кого такие есть, это редкие. Калюня! Пищал как. Вообще я бы такое говно копал. Никогда бы не копал бы. Перстачок. Не, это как. Сережка. Да, Серега, наверное. С камушком. Золото? Нет. Алмазный такой. Да, моя прелесть. Я потом перстак найду без камня, отсюда вытащу, туда вставлю, да? В карман. Вот столько мусора, ребята. Тут как бы, тут мешок пробок. Так что вот такой вот пляжный коп нелегко дается, но свое отрабатывает. Киська. Лайк за киську. Ну, ребята, вот и подошел очередной коп наш к концу. Сегодня просто бомбитовский коп вышел. И золото, и серебро, и монет, как всегда, под 200. Кормите животных. Вот кот с нами, он помог нам найти все эти монеты. Да, да. Черная кошка. Моя кучка. В общем, это моя кучка. Золото, серебруха, рубль, еще один рубль. Коля пополнил коллекцию. Значки. В общем, накопались сегодня знатно, да? Обалденно просто. Просто. Все довольны. И копали недолго. Да, часа три, наверное. Где-то около этого. Еще будем копать обязательно здесь все. Сюда в следующий еще. Раз с бульдозером мы решили все туда прийти. Просто куда вот. Ладно, ребята, мы сюда еще вернемся. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, вступайте в группу. Все, всем пока. Пока. Любите друг друга.